Это политик такой. Он социалист? Нет, он ультралиберал до степени какой-то вообще расстройства какого-то психического. Он спит с Новодворской, а иногда снимает с ней какие-то ролики такие симпатичные. Мы вот с Антоном Юрьевичем приходим ко мне домой, включаем ролик и смотрим. И вот зависаем над этим вот. Да, там такой маленький брейк, и потом как, да, ты услышишь по крэшу. Брейк это твой, да? Нет, брейк барабанов, а дальше ты. Точнее, мы все вместе тупаем. Смотри, сейчас увидишь. Рассказывала мама: посмотри, политик паровой ходит и вещает на экране, знаменитый дядя Чумовой. Но пришли серьезные чекисты править нашей бренной землей. Сдохли демократы, коммунисты, маргиналом станет Костя Паровой. Заседали коммуняки, их на место ставил Паровой. Дело доходило и до драки, маргинальный парень Костя Паровой. Рассказывала мама: посмотри, политик Паровой ходит и вещает на экране, знаменитый дядя Чумовой. Где-то заседали коммуняки, их на место ставил Паровой. Дело доходило и до драки. До свидания, Костя, Костя Паровой. Ой. Маргинальный Костя Паровой.